В Мангистау 5 пансионатов занимались незаконной деятельностью по обучению детей, хотя лицензии на это не имели. Два учреждения были расположены в Муналинском районе и по одному в Тупкараганском и Каракианском районах, в городе Жанаузень. Пансионаты открывались как благотворительные учреждения, однако несовершеннолетних воспитанников обучали по религиозной литературе. В организациях также не соблюдали требования санитарной и пожарной безопасности, трудового законодательства. В результате проверок в отношении руководства пансионатов составлено 11 административных протоколов и наложен штраф в размере 1 300 000 тенге. По иску прокуроров решением суда были закрыты все пансионаты. Выявлены факты использования религиозной литературы, обучения религиозным знаниям. В пансионах были обнаружены религиозные книги, которые впоследствии были конфискованы. Установлено, что в учреждениях воспитывались около 50 детей. Также их родители привлечены к ответственности по статье 127 Кодекса об административных правонарушениях за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.